Быстро кроссворд, Великая русская река, 5 букв. Первая В. Водка. Не, ну, Волга, Волга, конечно, Волга. Академик Амбарцумян, 1 А. Я не знаю. Вредное насекомое, 1 М. Муж. Не, ну это шуточный же кроссворд. Фрукты наиболее распространенные в средней полосе России. Бананы. Емкость для хранения напитков. Живот. Собака породы сербернар. 1 С. Сука. Выдающийся государственный деятель нашего времени. А букв нету. Так, перелетные птицы, гнездящиеся в Америке. Окорочка. Автомобиль для перевозки преступников. А тут что-то по вертикали, горизонтали. А, Мерседес. А что подходит? Вольво. Всемирно известная русская игрушка. Автомат Калашникова. Год, в котором на один день больше. Хреновый. Мелкий грызун. Любимое лакомство кошек. Вискас. Не, ну что подходит. Самая распространенная болезнь в России. Фу. А, ну это понятно. Кариес. А знаете, это про Дирол. Дирол защищает ваши зубы с утра до вечера. А ночью начинается кариес. Не, ну... Это КВНщики так шутили. Так, опознавательный знак, расположенный у офицеров по центру головы. Мозги. Американский космонавт, первый ступивший на Луну. Лунастик. Планета Солнечной системы. Марс. А, нет, это шоколадка. Значит, Сникерс. А это, говорят, телезрители обратились к правительству с просьбой запретить рекламу тампаксов. А правительство ответило, что оно может запретить месячный, а рекламу тампаксов не... нельзя. Ну ладно. Это вид городского транспорта. Ноги. Так, выдающийся певец, 1 Ш. Так, ну это, конечно, Шуфрин. Международный язык эсперанто, 9 букв. А, правильно, матерщина. Человек, решивший этот кроссворд, 5 букв. Человек, решивший этот... 5 букв, 1 Ду. А что у меня этот кроссворд вообще не решился?